Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Обливион. Сейчас мы поведем Мартина. Я задавал себе вопрос. Пойдем со мной. Да. Кривой Корал. Мне повезло остаться в живых. Вообще абсолютно меня не воодушевил. Пардон, какой нахуй Корал? Квач. Квач совершенно не воодушевил. Давайте-ка пойдем в Приорат. Что тут такое? Ой. Помогите. А сзади за тобой Дримора гонится, я понял. Часов не следовало делать это. Мне бы не нужна помощь. Умри, тварь! Клянусь кровью богов, они явились будто из ниоткуда. Да мы поняли. Где Джоффри? Да, я сам не знаю, где он. Нужно посмотреть в часовне. Мне сказали, что он в часовне, а где он может быть? Я хер его знает. Вы чё в этом приорате? Все клинки? Я возьму того, кто стар. Кто они? Следите за флангом. Благословит и хранит тебя, Акатош. Нахер пошла? С возвращением. Слава там. Они... Чё ты хочешь? На. Мы... Все бери, все, что хочешь. Только давай свалим отсюда побыстрее. Че скажешь? Ты думаешь, здесь остались? Следуй за мной. Я с тобой. Хорошо. Все, пошли. Боюсь, враг пришел сюда за амулетом королей. Привет! Ну что, ну пошли быстрее. Быстрее, шевели жопой. Приветствую. Ты нашел свой амулет? Потайнуха. Они забрали его. Амулет суки. Королей пропал. Враг каждый раз на ход опережает нас. Мартин найден. С ним все в порядке. Значит, удача еще не совсем отвернулась от нас. Это да. Слава Талосу! Мы обрели наследника Уриэля и потеряли амулет королей. Дебилы. Мартину нельзя оставаться здесь. Мы отразили нападение, но они вернутся, как только узнают, что Мартин выжил. А они узнают. Где Мартин будет в безопасности? Нигде нельзя чувствовать себя в полной безопасности, учитывая, какие силы нам противостоят. Но мы должны попытаться выиграть время. Хотя бы... Храм Повелителя Облаков, я думаю. Тайная крепость клинков в горах неподалеку от Брумы. Несколько человек способны оборонять ее от целой армии. Мы должны отправляться туда немедленно. Ну ладно. Мы должны отправляться в путь. Я не успокоюсь, пока Мартин не окажется в безопасности в Храме Повелителя. Чего у меня вот только квест не выделяется вечно? Из этой точки я не могу путешествовать. Ну, пошли вот с этой точки. Я могу путешествовать. Да, вполне себе качественно и удобно. После этого пойду себе заберу броню темного братства. Это уже в этом безвкусном говне как-то не очень хорошо себя чувствую. Оу. Грандмастер, это... Да, Сайрус. Это сын императора Мартин Септим. Знакомься. Да? Милорд, добро пожаловать в храм Повелителя Облаков. Мы уже много лет не имели чести принимать у себя императора. Спасибо вам. Наоборот, это честь для меня. Иди же. Твои клинки желают приветствовать тебя. Давай. А я рядом постою.
Клинки, настали тяжелые времена. Император и его сыновья, находившиеся под нашей охраной, убиты. Империя погрузилась в хаос. Но надежда еще остается. С нами Мартин Септим, сын Уриэля Септима. Слава Драконорожденному! Слава Мартину Септиму! Слава! Твое высочество, клинки в твоем распоряжении. Ты будешь здесь в полной безопасности, пока не взойдешь на трон. Джоффри, все вы. Я знаю, вы ожидаете, что я стану императором. Я сделаю все, что в моих силах, но это все так ново и непривычно для меня. Я не привык произносить речи, но я хочу, чтобы вы знали. Я ценю ваше радушие. Надеюсь, я смогу доказать, что достоин вашей верности. Это все. Спасибо вам. Что ж, спасибо и тебе, Мартин. Нам всем лучше вернуться к... Не особо удачная речь получилась, да? Впрочем, похоже, это их мало волновало. Клинки отдают мне честь и приветствуют как Мартина Септима. Мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я знаю, что если бы не ты, я был бы уже мертв. Спасибо тебе. Но все ожидают от меня немедленных и правильных решений. Как быть? Как мне держаться? Они хотят, чтобы император сказал им, что делать. А я не имею ни малейшего представления. Нам нужно вернуть амулет, это перво-наперво. Конечно. Амулет королей. Чтобы мы, я, принес его в храм Единого и зажег драконьи огни. Да. И остановил вторжение Обливиона. Именно. И ты станешь императором. Императором. Мне понадобится время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Как бы то ни было, сначала нам нужен амулет. Возможно, Джоффри знает, с чего начать. Хорошо, значит, спрошу. Добрый, не волнуйся, Джоффри. Тебе удалось показать свою верность империи. Клинки будут стоять на стороне Мартина в эти тревожные дни. Эта честь должна быть предоставлена и тебе. Как грандмастер клинков, я буду рад принять тебя в наш орден. Ты вступишь в наши ряды? Да, хорошо. Это честь для меня. Приветствовать тебя в наших рядах в качестве брата рыцаря клинков. Акаверская катана. Амулет королей. Это верно. Мы должны попытаться вернуть амулет, пока враг не унес его в какое-нибудь место вне пределов нашей досягаемости. Тебе нужно вернуться в имперский город. Возможно, Баурус что-то разузнал об ассасинах. Ты найдешь Бауруса в пансионе Лютера Брода, что в эльфийских садах имперского города. Да, хорошо. И, наверное, все, да? Добро пожаловать, сэр. Да? Да, да, нет. Давай отправимся... Ну, не в эльфийские сады, конечно, а в торговый район. Там продам все это замечательное. И попробую забрать доспехи. Так, это магические. Я слушаю тебя, гражданин. Это спеллы. Это тоже спеллы. Вот, лучшая защита. Прячь. Лучшая защита. Не надо петь, пожалуйста. Доспехи, оружие. У меня есть все. Чем я могу помочь тебе? Вот возьми стальных стрел. Железный лук возьми. Шлем легионера хочешь? Забирай. Эбонитовую кирасу вот забирай. Это честно. Хорошая цена для хорошего клиента. Да-да, конечно же. Ну и вот это вот все, что я там награбил в замке, пока был. Я уважаю... Сука. Чем я могу заинтересовать тебя? Что-то как-то оно быстро переключилось. Прекрасная сделка. На тебе удалось...
Короче, все вот это вот, вот это вот все счастье забирай. Да. Хорошо. Заходи. И почини меня, если пожалуйста. Что-то сломано, я могу починить. Них. В смысле. Угу. Меч мне явно стоит это приберечь. Угу. 2400, блять. Проклятый вор. Согласен. Сволочь. Ироним лес. Это тот капитан имперской стражи, который вечно охотится за серым по мне. Ага, я понял. Ладно. И тебе всего наилучшего. Охуеть. Да, мне лучше найти оружие полегче. Вот что-то вроде такого. Умбру я, конечно, отремонтирую. Я ворну. А ты... Так, посмотрим, можно ли тебя... А, ты обучаешь тяжелым... Взгляни на мои товары. Да? Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Гида апокалипсиса, япона мать, вот это название, твою мать. Так, ну у тебя все хорошо, ладно. И тебе всего наилучшего. Да-дам. Так, ну давайте, что сделаем? Нож в ночи. Вот отсюда пробежимся, пожалуй. Убийца такой, короче, в керасе. Стражников города. Ну, нормально, короче. Вот катана мое любимое оружие. К сожалению, в игре не предусмотрен двуручный бой. Ну, в плане по оружию в каждой руке. Да ладно. Хули сделаешь. Скайрим от меня именно этими привлек. Мне всегда вот нравилось играть за дуалов. И в ММО я предпочитаю все-таки дуалов. Так, на эту вроде великаны напали, или это не та? Просто что-то знакомое. Знакомый камушек. Не, показалось. Просто городок. Надо бы выспаться, левел апнуть. Ну ладно, я думаю, я успею еще. Там что-то шарится. Определенно. Крыса. Ой, FPS, ты куда? Сука, за 60-ку все время, а тут 25! Крыса, блин, херевшая. Да ладно. Да вы гоните, ну бля... Сука. Не хочу. Проклятые врата Обливиона, мать их. Не, я запомню, что они тут есть, но я туда пока не полезу. Можно, конечно, оттуда выковырять камушек. Ну, если быстро пробежать, почему бы и нет. Ой. У нас много... Руфио. Руфио? Это чудаковатый старикашка. Живет здесь уже пару недель. По-моему, он от кого-то скрывается. Но мне какое до этого дело?
Он платит по счетам. Его... Ну, я тебя понял, короче. Ладно, спасибо. Прощай! И расскажи всем своим друзьям. Наверное, дурное знамение открыто для всех желающих. Умри, тварь! А ты... Лесник. Сищи Чуруфио. Я клинок потестить зашел. Клинок, конечно, говёный. Ну вот и все. Оп. Поднимаем себе наверняка. Даже не знаю. Разрушение, изменения, ну, можно, но не критично. Скорость, ну и, наверное, на выносливость, да, скорость, сила и выносливость. Или все-таки ловкость? Ну, ловкость на 50-ке. Давайте сюда еще накинем. Итак, дело сделано. Откуда я знаю это? Скоро ты поймешь, что темное братство знает очень много. Рядом с кроватью. Ибо теперь ты часть нашей семьи. Я промолчу. Хорошо, запомни мои слова. Убийство Руфио стало подписанием соглашения. Манера убийства — твоя подпись. Кровь Руфио — чернила. Как уведомитель черной руки, я руковожу определенной группой членов семьи. Ты присоединишься к группе и будешь выполнять все данные тебе контракты. Теперь тебе следует отправиться в город Чейдин-Холл, в заброшенный дом около восточной стены. Спустишься в подвал и попытаешься открыть черную дверь. Тебе будет задан вопрос. Ответишь так. «Кроваво-красный, брат мой!» Тебя впустят в убежище. Пройдя внутрь, поговори с Ачивой. Сейчас мы должны проститься, ты и я, ибо нас ждет много работы. Я буду наблюдать за твоим продвижением. Добро пожаловать в семью. Хорошо. Теперь ты принадлежишь темному братству. Навести Ачиву в убежище Чейдин-Холла. И у тебя начнется. Пойду я, короче, гражданин. Чейдин-Холл. Не, ничего, все хорошо. О, пошел Люсьенчик. Вообще, Аки сама тень, ну вы поняли. Нож ночи, карта, убежище в Чейдин-Холле. Давайте-ка туда. Одна из лучших, кстати, квестов. Один из лучших квестов. Это ты? Привет! Здоров! Во всем Обливионе это, собственно, гильдия убийц. Так, вход. Ах ты, твою мать. Твою мать. На четвертый аж. И... Сука. Вот. К херову гору отмычек поломал. Мудаки. Так, в подвал. Сука, не видно нихуя, но вот она. Вот она, старая добрая дверка. Каков цвет ночи? Кроваво-красный, брат мой. Цвет ночи? Окей. Добро пожаловать.
Приветствую, брат. Привет, мразь. Приветствую. Я Ачива, хозяйка этого убежища. Люсьен рассказал мне о тебе. Добро пожаловать в темное братство. Угу. Теперь ты будешь жить в нашем убежище. Хорошо. Пусть оно служит тебе новым домом. Местом, где ты можешь найти успокоение и защиту, если в том возникнет нужда. Когда ты будешь готов к работе, поговори с Винсентом Вольтьери. Он отвечает за распределение заданий для новых членов семьи. Но прежде чем ты уйдешь, прими этот дар от твоей новой семьи. Это уникальные доспехи. Они легче, чем доспехи из обычной кожи, и черны, как пустота. Как пустота. Теперь иди. Я и так слишком задержала тебя. Давай, удачи. Так. Ступай. Ну, теперь я выгляжу немножко поиначе. Такой. Злобный молодой человек. Скрытность, иллюзия, клинки, акробатика. Ай, дорогой наш родич, да заключит тебя мать ночи в свои... Короче... И холодные любящие объятия. Броня хорошая. На самом деле. И капюшон бы лучше носить все время. Но я почему, столько сестра? Слышала о тебе. В чем смысл? Добро пожаловать. Зачем утруждать себя всеми этими прятками? Зачем красным? Где он? Где он? Ты убийца темного братства. Сердечно приветствую тебя. Привет, мразь. Полагаю, беседа с Ачивой уже состоялась. Да, контракт. Контракт — это секрет. Контракт. Да. Превосходно. Сейчас. Ага. Конечно, прощай, брат. Квесты просто и очень и очень интересные. Использовать скрытный, чтобы убивать? Это какое-то малодушие. Но, брат, что ты скажешь о контракте? Твое присутствие — честь для меня. Чем Ачива может быть полезно? Тебе должны нравиться премии, которые за это положены. Да кому нужны эти премии, если ты все равно убиваешь? Не, ну конечно, прикольные. Там плюшки попадаются, но... Сами по себе квесты интересные, и возможность их прохождения довольно-таки мудреная. То есть у нас есть несколько способов пройти тот или иной квест. Вообще не вызываю никаких подозрений, я может даже мод установлю, который немножко меняет внешний вид этой брони. Ну, брони просто крайне-крайне уродские в Обливионе. Привет! Вот как в Fallout'е. Там тоже крайне уебищный вид брони. Ну ладно. Погнали в сады. Поищем там лазутчика. Обтягивающие штанишки. Какая прелесть. Здоров. Сядь. Не говори ни... Послушай. Через минуту я встану и выйду отсюда. Вот тот парень, что в углу сзади, пойдет за мной. А ты пойдешь за ним. Я понял. Отлично. Все. Я на твоей стороне? Прости. Обыщи его тело. А, книга мифического рассвета. Первый том. Хорошая работа. Кстати, хотел сказать, я рад встрече с тобой. Просто момент оказался не самый удачный. Что ты узнал? Ассасины, убившие императора, принадлежали к дейдрическому культу, известному как «Мифический рассвет».
Ну? По-видимому, они поклоняются лорду Дейдра Мерунесу Дагону. Я следил за их агентами в имперском городе. Думаю, они это заметили. Ну да. Фраг захватил амулет. Что? Они забрали его у Джоффри? Все хуже, чем я предполагал. Ну он дебил просто, старый. Но это ладно. Найден наследник Уриэля. Слава Талосу, он жив! Мартин Септим, говоришь? Мы возведем его на трон. В том клинки могут присягнуть. Что будем делать дальше? В университете волшебства есть ученый. Ее зовут Тармина. Она вроде бы специализируется на дейдрических культах. Почему бы тебе не отнести ей эту книгу и послушать, что она скажет? А я продолжу распутывать ниточки, ведущие к культу мифического рассвета. Хорошо. Если ты что-нибудь узнаешь, ты сможешь найти меня у Лютера Брода. Да пребудет с тобой Талос. Надеюсь, тебе удалось узнать что-нибудь полезное об этой книге у Тармины. Да нет, я еще там не был. Так, ну тогда пойдем к Тармине. Она у нас в башне магов местная обитает. Говори. В смысле? А, ты, получается, боевой маг, да? Ну, капюшон у тебя просто маговский. Так. Это тебе оговорилось. Да-да-да-да-да-да-да. Мифический рассвет. Ты знаешь о них? Ага. Это один из самых скрытных дейдрических культов. О них мало что известно. Они следуют учениям Манкара Камарана, которого называют своим мастером. Загадочная фигура, заслуживающая отдельного рассмотрения. А мне попалась одна из этих книг. Ах, да. Комментарии к Мистериуму Заркса потрясающие. Занимаешься научными изысканиями в области дейдрических культов. Мне нужно найти мифический рассвет. Найти их? Ага. Я не буду совать нос дальше. Государственное дело и все такое. Я много работала с клинками, не волнуйся. Можешь больше ничего не говорить. В любом случае, найти их будет нелегко. Я немного сама изучала описание Манкара Камарана, по крайней мере то, что мне удавалось найти. Из текста ясно, что комментарии Манкара Камарана — это четырехтомник, но я видела только первые две книги. Я полагаю, что в его писаниях скрыт ключ к местонахождению тайного святилища мифического рассвета, возведенного в честь Мерунеса Дагона. Тот, кто раскроет эту тайну, докажет, что достоин вступить в ряды мифического рассвета. Поиск святилища — это первое испытание. Если ты хочешь найти их, тебе понадобятся все 4 тома комментариев. Ну и где мне их искать? Вот. Ты можешь взять второй том, принадлежащий библиотеке. Обращайся с ним аккуратно, пожалуйста. Как я уже сказала, я никогда не видела третьего и четвертого томов. Ты можешь попытаться обратиться в первое издание, что в торговом районе. Финтиас, его владелец, выполняет заказы коллекционеров. Он может знать, где можно найти эти книги. Я понял.
Было приятно. Тоже пойду к Финтиасу. Попробую добыть книжку у него. Я слушаю тебя, гражданин. Привет. Я Финтиас. Мистериум Кзаркса. Ты, должно быть, имеешь в виду комментарии к Мистериуму Кзаркса Манкара Камарана. Именно. Это распространенная ошибка. Это четырехтомник. Первые два тома довольно редкие, но иногда попадаются. Третий и четвертый тома найти невозможно. В смысле? Мне нужны как раз третий и четвертый. Мне удалось заполучить третий том, но, боюсь, это специальный заказ, уже оплаченный другим клиентом. Извини. Каким? Квинос будет ужасно разочарован, если его не будет, когда он придет забрать его. Квинос. Так что, извини, ничем не могу помочь тебе. А четвертый? Я бы хотел иметь эту книгу, но она мне никогда не попадалась. Я тебя понял. Квинос, это кто? Я не знаком с ним лично. Но он очень хотел заполучить третий том комментариев Камарана. Прошел пешком весь путь от Валенвуда. Чё Кстати, себе? Мы договорились о времени, когда он придет за книгой. Так он уже опаздывает. Ты можешь подождать его, если тебе хочется поговорить с ним лично. Хорошо. Приятного тебе дня. Ждем. Привет! Что? Что? Третий том. Ты что, следишь за мной? Оставь меня в покое. Эта книга моя. Просто отдай мне ее, и я уйду. Ты угрожаешь мне? Тебе не запугать меня. Я позову стражу, если ты немедленно не уберешься отсюда. Ты не позовешь стражу, мудак. Что ты имеешь в виду? Я добропорядочный гражданин, мне нечего скрывать. Да ты что? Хорошо, я вижу тебе знакомы комментарии Манкара Камарана. Я знаю, что дейдрические культы не то, о чем принято говорить в обществе, но это лишь глупые предубеждения и предрассудки. Для любознательного, непредвзято мыслящего человека поклонение Дейдра сулит много пользы. Ага. Интересно. Они убили императора, ты придурок. Что? Это сделал мифический рассвет? Верь мне, я правда ничего не знал. Я хочу сказать, я знал только, что это дейдрический культ. Писания Манкара Камарана о Мируне Седагоне потрясающие, даже революционные. Но убить императора, Мара, защити нас. Дай сюда книжку. Да, конечно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что я имею какое-то отношение к их безумным заговорам. Вот, третий том твой. Что ты будешь делать с ним, меня не касается. Угу. Четвертую книгу не встречал? Четвертый том можно получить только из рук члена мифического рассвета. Я договорился о встрече со спонсором, как он назвал себя. Вот, возьми записку, которую они дали мне. В ней сказано, куда нужно идти. Я больше не хочу иметь никаких дел с мифическим рассветом. Вот и хорошо. Вот и молодец. Хороший мальчик. В записке-то чё? Так, мастера был замечен. Так, если ты хочешь идти дальше по пути рассвета, тебе нужно... прочесть четвертый том комментариев. Его можно получить только от члена мифического рассвета. Я, как твой спонсор, передам тебе экземпляр, если сочту, что ты достоин этого. Изучи первые три тома. Приложи усилия, когда будешь готов. Ага. Спустись в канализацию в эльфийском квартале. Хорошо. Ты думаешь, я не готов? Я готов.
Привет. Как поживаешь? Да, ты крепкий орешек. Что удалось выяснить? Встреча мифического рассвета. Это должно быть та ниточка, что нам нужна. Хорошая работа. Теперь нам нужно раздобыть четвертую книгу. Если Тармина права, мы сможем использовать эти книги, чтобы найти тайное святилище мифического рассвета. Пошли. Я хорошо знаю эту часть канализации. Ну, пошли. Иди за мной. Я знаю, как добраться до той части канализации, где мы должны встретить спонсора. Так ты жопу шевели. Ну? Говори. Приветствую. Вообще беспалевный так. Так. Давай сохранимся. И возьмем факел в руку. А темно, как в жопе. У тебя хп довольно-таки мало. Давай я первым пойду. Этот мой. Ну, тебе оно надо. Давай я лучше сам все сделаю, а ты постой в стороночке. Этот мой. Осторожно! Да я осторожен. Ну же, двигайся. Так, почти на месте. Держись рядом! Мне он, короче, вот это вот меня вот защищать вот это говно будет. Ой, бля. Осторожно. Ты о чем? Жопой шевели. Это ты чавкаешь или кто-то еще тут есть? Нихера себе, он прыгает от этого. Давай, давай, ну шевелись же ты. Чудо. Дальше куда? Тут два пути. Даже три. Хорошо. Угу. Комната со столом находится сразу за этой дверью. Мне всегда было интересно, кто поставил его там.
Как я понимаю, если подняться по той лестнице, вся эта комната окажется как на ладони. Думаю, будет лучше, если встречу проведу я. А ты будешь прикрывать меня. Иди наверх. Будь начеку на случай непредвиденных осложнений. Я встречусь со спонсором. Нет, это должен быть я. За убийцами мифического рассвета остался должок. Ладно, я тебя прикрою. Да. Слушай. Я рад, что ты... Так, ну мне желательно фонарь-то потушить. Итак, ты хочешь стать одним из избранных Мируноса Дагона. Путь рассвета труден, но и награда велика. У меня есть книга, которую ты ищешь. При помощи нее, а также трех других книг мастера, ты станешь обладателем ключа к просвещению. Но хватит ли у... Здесь есть кто-то еще. Я не боюсь смерти. Умри, неверный! Еще трое не... Огненный щит. Хорошо. вот это полезно, вот это хорошо. Ну а что я мог сделать? Ну не хватает у меня, блядь, скрытности. А, дальше просто на выход, да? У тебя теперь все четыре книги. Думаю, дальше ты сообразишь, что делать. А я на... Да, хорошо. Давай, удачи тебе. Увидимся в храме Повелителя Облаков. Удачи. О, смотрите-ка, тут знамена, сука, ихние висят. Первый том комментариев. Роба. Тут у них маленькая штаб-квартира. Нахерашка. Дебил какой. А что здесь? О, крохотный камень душ. Ну, отмычку я заберу, да-да-да. Что тебе нужно, друг? Не, я просто не совсем понимаю, как отсюда выбраться. Наверное, как-нибудь вот так. Нет. Сюда. Крысы. Подъема нет, что ли? Глупость какая. А как мне выбраться тогда отсюда?
Нет, сюда мне явно не надо. Вот и путь на свободу. Не, ну на самом деле я не мог там по скрытности посидеть, как видели, я уже в уголочек забился, что и такое, все равно гражданин? Они меня запалили. Так, слышишь, жаба? Продолжай. На тебе вот. Мистериум. Это священный. А, вот, зайди попозже, да? Я проду. Ну вот, хорошо, я сейчас как раз таки подожду сутки, чтобы квест обновился. Да и будем, пожалуй, наверное, на этом заканчивать. Серия была забавная. Так, а чё такое? Смогу найти. Зачем эта книга? Блин, ну сука, ну ладно. Да уже будем ждать. В следующей серии. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. До новых видео. Всем пока.